Время первое, время первое. Время смелое, время смелое. Поем и дальше путь. Пока выбирался из города Суджоу, чтобы потом нормально застопить машину на окружной, нарвался на вот такой вот шатер. Я не знаю, там, наверное, кто-то живет, но особо проверять как-то не хочется. А моя дорога чуть дальше. Вот мы в городе Нинва, вот этот замечательный человек меня привез прямо сюда, в это место. Здесь у меня хост, и он меня довез мало того, что до города, так еще на то место, куда мне надо. Спасибо. Вот я в городе Нинва. Я в кабинете у своего хоста. Он работает учителем в этой школе. Это как элитная школа, как мне рассказывали, пока я ехал сюда. И это его такой... как личный кабинет. У каждого учителя личный кабинет. И он больше похож не на какую-то учительскую, а на фотогалерею. Очень прикольно выглядит. Здесь выбрались немножко в город, сейчас покушаем, возьмем сейчас чаю, а здесь вот такая вот движуха происходит. Если кто-то приходит, то они все кричат, типа, здорово. А это, кстати, мой хост. Вот мы уже покушали, выбрались, и здесь вот так вот на площади. Не знаю, это, наверное, как центр такой. Такое очень красиво все освещено. И там, кстати, какие-то сумасшедшие танцы происходят. Сейчас мы попробуем подойти заснять это. Такие сумасшедшие танцы. Зашли в такое очень интересное место, это как книжный магазин, хотя его сложно назвать книжным магазином, это как фотогалерея, библиотека, кафе, просто для приятного времяпровождения, очень интересно выглядит. Вечером город очень красиво светится, еще говорят, то, что здесь сейчас, к сожалению, не работает, то, что вот эти все дома, они работают как радуга, постепенно переливаются с одного цвета в другой, они связаны как один механизм. Доброе утро. Мой хост, получается, также живет на территории школы. И сегодня здесь какие-то утром были соревнования, там бег, эстафета. И они очень шумели, и здесь колонки везде по школе расположены. Но это мне не мешало спать. В Китае проходит национальный праздник с 1 по 8. И эта школа не исключение, здесь объявляются каникулы. Здесь, кстати, дети живут в этой школе, и их всех распускают на каникулы, так что завтра здесь уже никого не будет в школе. Сегодня 30 сентября, я решил, что надо выбираться из города Нинва, еду в Шанхай. Я всячески этот город объезжал, был сначала на западе, потом на юг спустился, и сейчас опять возвращаюсь в Шанхай, на север. И сейчас уже 4 часа, немножко поздно, чтобы выезжать, но я думаю, я до вечера все же доберусь. Здесь всего 200 километров, 230, по-моему. Кстати, здесь в автобусах в Китае очень прикольно, потому что здесь вот есть мусорники. Это город Нинва, и мы его покидаем. Я уже в Шанхае, но произошло невероятное. Я остановил человека, он меня привез к себе домой. Говорил, типа, давай поужинай с нами, с моей семьей. Меня часто приглашали в ресторан, там куда-то еще, но вот именно к себе домой впервые. То есть
Вот, у него такая очаровательная дочка. А с ними, получается, приехал сюда, вот. Он взял меня к себе домой. И у него очень необычная квартира. Welcome to China. Очень офигенная квартира. Она расположена на первом этаже. И здесь темно, правда, такой как дворик. Прямо посреди города. И здесь выходишь, сразу же квартира. Сейчас будем ужинать. Класс. Эта семья была просто замечательная. Я все больше начинаю ощущать китайское гостеприимство. Мало того, что он меня привез в Шанхай, он привел меня к себе домой, накормил, напоил и привез меня в аэропорт. Да, кстати, я в шанхайском аэропорту. Я немножко устал за это путешествие, и я решил заканчивать его. Время первое, время первое, время смелое, время смелое. Да ладно, шучу я. Нет, не могу я так просто закончить. Я ведь только начал. На самом деле я в Шанхай долго не ехал, потому что я ждал визита очень важного человека. Я познакомился с ним в этом путешествии. И барабанная дробь. И... Сюрприз! Да, это Аида с Янтая. Шанхай посещал впервые станцию метро, которая не ровная платформа, а такая с изгибом. Впервые я такое увидел в Нью-Йорке. Второй раз здесь вот. И здесь движуха начинается, утро. Это какой-то муравейник. Я не могу понять, что здесь происходит. Народа очень много. Видишь, такое просто. Я уже ненавижу, мне кажется, вот такое, такую толпу людей. Я сейчас на центральной такой пешеходной улице в Шанхае. Людей просто тьма. Сейчас национальный праздник с 1 по 8 октября. И все китайцы отдыхают. Гостиницы все в два раза дороже. Людей просто тьма. Ну, я не знаю, не рекомендую в эти дни вообще приезжать в Китай. То есть лучше подождать, когда они все начнут работать. Офигеть, здесь специальный отряд по сдерживанию людей. Ну, чтобы толпа не перебегала дорогу. Вот, вот такие вот ребята. Блин, мне реально, мне их жалко. Людей здесь, конечно, неимоверное количество, но они не просто так здесь собрались. Шанхай славится этим местом, бан. Вот он. Я в Шанхае. Вообще, Шанхай, население 24 миллиона населения, закрывать метро в 11 часов. Как это возможно? В Киеве работает до 12, в Москве до часа ты можешь уехать вообще. И мы живем в хостеле. Но это необычно. Здесь знаете, что можно? Здесь можно ставить палатки прямо внутри. Сейчас я вам покажу. Вот, чтобы вы понимали, здесь хостел, здесь стоят палатки. В Шанхае это, наверное, находка, то, что здесь самая вкусная еда, где я пробовал. Мы нашли вот такое место, здесь очень все дешево, но они все сами делают, прямо вот здесь вот такой вот конвейер. Очень круто.
Да, сегодня 2 октября, но выходить как-то вообще не хочется, после того, как поели. Реально Шанхай заливает дождем. Здесь, походу, сезон дождей начался, потому что так практически каждый день. Здесь так гармонично дождь висит, наполняется водой. В Шанхае очень прикольные копы, они сразу с мигалками ходят, чтобы их было видно. Зашли в такой, как микрорайон, старый Шанхай. Здесь довольно неплохо сделано. Так, туристов много. Но одно радует то, что дождь вроде бы прекратился. Здесь как центральный вход. А здесь вот такие вот человеческие желания висят. Также их очень много. Здесь такая толпа куда-то движется и очень много зевак. Снимаем, все подряд. Я надеюсь, что это то место. Мы искали такое, как китайская Венеция. А здесь вот такая вот кафешка. Там вот люди кушают. Но им не мешает вот этот мопед, который внутри стоит мопед. А эта улица — мой рай. Это здесь все, это все полностью уличная еда. А здесь просто шикарный шоумен. Не знаю, что это. Она, кстати, говорит на китайском, я говорю, не говори на китайском, вообще ни слова, просто на английском и все. Или вообще лучше на русском, все, больше ничего. На русском еще страшнее, да? Ну да. Вот в этот небоскреб мы хотели забраться, но нас охрана вывела, а они подумали то, что мы гостиницы Four Seasons. И они типа вывели и сказали, вот ваш вход, вам типа туда. Ну а еду забрали в полицию, так что, а я убежал. Шучу, вот она. Они настолько высокие, что такое ощущение, что как будто загибаются в твою сторону. Очень большие. А здесь вот такой очень большой магнит. Наверное, самое узнаваемое здание Шанхая. Жемчужина называется. А здесь вокруг сделан такой мостик, чтобы не мешать дорожному движению. Пешеходных переходов вообще нету. Такое зомби-движение здесь ходит по кругу. Такая серия небоскребов. Сегодня уже мы на другом берегу реки. И панорама, конечно, здесь немножко другая. Я слегка уставшая, но довольная собой, потому что побывали уже с другой стороны. Проходят какую-то инструкцию. Вот. Они все освещаются, такие как гирлянды. Приятный ужин после тяжелого туристического дня. Приятного аппетита. Это Шанхай. Время первое. Время смелое.